Всем привет! В эфире программа «Личный тренер». Меня зовут Абулхаир. И сегодня мастер-класс нам будет давать Шавкат Рахмонов, чемпион мира по ММА. Шавкат Рахмонов родился 23 октября 1994 года в городе Шурчи Сурхандаринской области Республики Узбекистан. Мастер спорта международного класса по ММА, двукратный чемпион Казахстана, чемпион мира и Азии. Выступает в профессиональной лиге М1 Global. Шавкат, салам алейкум. Меня зовут Абулхаир, и я хотел бы, чтобы ты меня научил, дал мне пару приемов в ММА. Можешь это сделать? Да, конечно, могу. Тогда мы начнем с разминки, если ты не против. Все, хорошо. Все, сначала разминаем плечи, как бы, вперед и назад, на время. Руки. Спину вот. Потом, вот, упражнение, так. Координацию как бы. Раз, три. Все, пошли. Ноги растягиваем. Хорошо. Налево, направо. В сторону. Отсюда. Ноги, руки тянем. Колено поставим. Бедро вперед. Тоже так же в другую сторону. Встали. Вот. Просто тупо поднимаем. И колени ставим. Тоже бедро вперед. Тянемся хорошо. Оттуда сразу. Знаем. Вот. Спину прогибаем и смотрим на потолок. Руки вперед поставили. Тянемся хорошо. Правой руки. Тянемся тоже. И вперед, правую руку. Сюда. И левую руку тоже так же. Сели на колени. Тянем левую руку, получается, вот отсюда. Да. И правую руку тоже так. Да. Левую руку. Вот. Отсюда. Отсюда. И сразу ноги пошире сделаем. Направо. Налево. И вперед. Стараемся. Колено не сгибать. Ноги соединяем. И тоже стараемся. Головой не стянется. Правую ногу взяли вот, в таком положении. Крутим налево, направо. Себя тянем и вперед. Можно на голову, на голову. Вот сюда вот так. Опа. Левую ногу тоже. Так же делаем, разминаем хорошо, тянемся. На себя потянули. И прямо. И на голову вот так. Сейчас как бы этот передний мышц стали, шею как бы разминаем. Сначала вот просто отсюда тянемся налево. На коленях, да, можно? Да, да, можно сначала на колени, чтобы шея не травмируется потихонечку. Потом вот ноги подняли. Вот. Налево, направо. Можно круги, круговое движение. Вот наша разминка закончилась. Вот переходим к основному. Шавкат, я следил за твоей карьерой, и ты большую часть твоих боев завершил именно приемами в партере. Хотел бы что-то, чтобы ты из грэплинга показал мне. Хорошо, что умею, буду показывать. Я тебе буду показывать основные как бы базовые упражнения как бы грэплинга. Сейчас можете лечь на спину. Отсюда вот заходим, как бы у нас такое положение много как бы бывает. Вот отсюда партия, один человек. Соперник лежит на спину, ты сверху окажешься. Вот отсюда
в первую очередь мы должен как бы ноги обходить туда. Вот. Колено вставляем направо или налево. Вот. И контролируем плечи. Да, да, контролируем. Вот. Ноги должен как бы шею ставить, вот, чтобы он соперник не достал отсюда, вот, чтобы тебя не перевернули. Вот. Держимся, да, 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 да. Держимся и бьем отсюда, как бы. Все. Вот. Сам попробуй, как бы почувствуешь. Я охватываю здесь. Да, да. Отбрасываю в сторону. Да. Колени сюда ставлю. Да. Ноги пошире, вот, вот так. Хорошо. Да. На другую сторону. А мне да. Левой ногой упираться нужно в... Нет, ты должен ногу... Опора, да? Да, опора должен быть как. Чтобы ты, если ты левую ногу поставишь, колено, я могу отсюда дотянуться и покрутить тебя как бы. Отсюда можно как бы добивание сделать у нас по корпусу, вот, по голову как бы. Можно обходить вот отсюда, вот. Начинаем работать на ноги болевой, вот. Вот, отсюда. Оп. Как бы. Пятку можно покрутить отсюда. Раз. Вот отсюда. Берешь вот, колено вставляешь, как бы покажешь удары. И сам вот сюда уходишь. Получается. Вот. Пятка покрутил. Тоже попробуй как. Колено вставляю сюда. Да, 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 да. Сам чуть-чуть сюда. Сюда вот. Вот, вот в таком положении. И потом левую ногу сюда, я завожу. Да, сюда заходишь. И ты сам сюда падаешь, получается. Да. Вот сюда падаешь. Да, да, да. Поднимай, да. Вот. Да. Вот. Здесь делаю скрутку. Да, 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 да. Вот так. Это пяточка будет, получается. Пятка. Понял. Это очень хороший болевой, как бы. Отсюда уходить трудно. И если ты хорошо поймаешь, соперник сдастся и... У него шансов нет, или он как бы свои ноги травмирует. Понял. Я сейчас тебя покажу прием гильотину. Встали как бы оба. Как бы мы начинаем стойко драться, как бы. Многие как бы борцы начинают бороться и делают проходы. Вот когда вот момент прохода делают, ты же знаешь, вот, оттягиваем ноги и вот захватываем. Шею одной рукой получается. И потом право. Вот отсюда вот. Ты почувствовал, как это? Да, больно тебе. Больно. Ну. Сам сейчас это попробую, как это будет. Мне получается, нужно будет левой рукой заходить, да, да, тебе. Если ты как бы соперник твой на левую ногу идет, ты должен левую руку. Левой рукой. Если правую, так право. Вот сейчас иду я от тебя на левую сторону. Я завожу левую руку. Да, да, вот отсюда так, да? Вот. Отсюда вот. Здесь тяну. Да, да, тянешь вверх. А мне получается нужно на шею давить, да, вот, да, этой, да, части, вот, да? Часть, да? А захват нужно брать вот таким вот образом или вот таким вот как? Как бы можно как бы по-разному. Я, допустим, вот так беру захват. Вот так вот. Да, вот, вот так. Вот отсюда вот такой захват. Все, понял. Попробую как бы. Да, да, да. Допустим, я бы не хочу, чтобы рисковать, когда бою, прыгнуть. Если я захват взял, если я себя не уверен, я не буду прыгать. Я просто буду душить его вот так, за стойку получается. Если я плотный захват брал, я могу запрыгнуть на тебя вот отсюда. Шавкат, мне хотелось бы еще именно в партере, да, то есть, например, если мы забрали позицию сзади, забрали спину, какие приемы можно сделать из этого положения? Очень много приемов есть, как бы, мне как бы в основном нравится как бы сзади душить сопернику. Это как бы легче, да. Сначала вот такую позицию занимаем, как бы сверху оказались, вот отсюда левую ногу и потом правую можно. Ноги нельзя вот так соединять. Потому что... Да, да, может контрприем сделать тебя
И можно вот такой образом контролировать ногу. И сразу переходим на удушение, удушающий вот прям сзади. Вот, все, ты попался. Получается, мы контролируем живот, талию. Да. Я как бы тебя уже как бы полностью контролирую, ты отсюда ничего не сможешь делать. Угу. Единственное, твоя как бы защита, это как бы ты должен свой подбородок ставить и мою одну руку хотя бы держать, как бы. Вот так, не да? давать, да. Угу. Чтобы я тебя вот такой замок, чтобы не брал. Все, понял. Душить так же, да, вот, вот этой частью? Да, вот это сейчас можно как бы отсюда, короче, вот сам почувствую сейчас. Ты вот сам попробуй. Я либо ноги ставлю вот так вот, да. Либо беру в треугольник, да? Да, да. Ты должен чувствовать соперника в каком положении, как он будет выходить. Да. Либо вот так вот, да, можно еще делать? Да. Это короче как бы. Шавкат, вот ты показал приемы именно нападения. Мне хотелось бы узнать, как защищаться от них. Вот, например, если я тебе захожу за спину, забираю позицию, что нужно делать? Как бы здесь 2-3 варианта есть. В первую очередь я должен одну руку твою взять и отсюда вот. Вот в таком положении выходить отсюда. Вот. Покрутить тебе. Вот. Либо я как бы, если захват плотный, я должен просто держать. Как бы тебя, чтобы ты подбородок свой ставить, как бы челюстью закрываться, чтобы ты меня не задушил или не задушил, чтобы. Вот в таком положении. Как бы я буду защищаться? Ты попробуй задушить меня. Вот. И вот отсюда я буду ходить. Сам вот попробую, как бы. И сюда, да, мне поворачивай сюда, да. Да, вот так. Еще раз, вот, вот направо. Куда? Надо. Ты должен руку не опускать, чтобы. Чтобы контролировать. Да, до конца выхода. Как выходишь, потом уже опускать и другую позицию занимать. Вот я тебе показал как бы базовые упражнения, как бы без базового упражнения как бы невозможно. Всегда надо вот это приемы как бы отрабатывать. Если ты будешь отрабатывать, ты можешь уходить от соперника и защищаться и атаковать. Вот после каждого тренировка надо растягиваться хорошо и как бы растянуться, чтобы гибкость была. Когда гибкость есть, ты меньше получаешь травму. Сейчас мы чуть-чуть растянемся. Как бы, как растянется, как это все как бы обычный шпагат можем ноги растянуть, чтобы ноги, да, растягиваем руки как бы. Так же, как мы начинали, да? Спину как бы, да. Руки, ноги тут, туда вот, на эту сторону. Ноги, сюда вот, вот. В таком положении как бы тянемся вперед на левую ногу как бы. Вот тоже стойки стали как бы спину чуть-чуть не было после тренировки. На этом наша тренировка закончилась. Занимайся спортом. Надеюсь, тебе понравился этот, который я показывал приемы. Спасибо тебе большое, мне очень понравилось. Желаю тебе побед в дальнейшей твоей карьере. Все. Спасибо, Тимур. Все. Ну, а в эфире была программа «Личный тренер». Мастер-класс нам давал Шавкат Рахмонов, чемпион мира по ММА. Увидимся на Каспорте, друзья.